В течение всего дня в Центре профессиональной подготовки имени майора полиции Валерия Тинькова проходил конкурс «Солдаты правопорядка». В Ленинском районе он состоялся впервые. Все было сделано для удобства участников. Между разными этапами состязания можно было поесть, отдохнуть. К организации конкурса областного уровня в Центре профессиональной подготовки подошли серьезно. Рад вас приветствовать на Центре профессиональной подготовки, где проходит у нас обучение служб Московской области и спецподразделения всей России. От себя лично хочу вас поблагодарить, что вы приняли меня активное участие в этом конкурсе. Я думаю, все, что сегодня здесь будет, и как будет соревноваться, это вам все поможет в жизни. И ваш патриотический дух, который вы покажете сегодня, каждая команда отдельно, и спортивное мастерство будет вас сопутствовать всю жизнь, в которой вы будете жить. Участниками конкурса стали команды из разных районов Подмосковья. Ребятам предстояло сразиться в 7 этапах. Прохождение строем с исполнением патриотической песни, дартс, фигурное вождение велосипеда, ответы на исторические вопросы, касающиеся Великой Отечественной войны, полицейская эстафета и перетягивание каната. Каждая команда стремилась выступить лучше соперника, ведь все они были хорошо подготовлены и уверены в своих силах. Участвуем для того, чтобы выиграть и чтобы осталось что-то в памяти ради наших прадедов, дедов. Участники конкурса точно знают, насколько важно любить родину и в любой момент готовы встать на ее защиту. Особенно серьезно к этому вопросу подходят молодые люди, которым предстоит служить в армии. Чтобы как бы получше понять, что происходит в армии, чтобы уже прийти и быть как-то подготовленным, чтобы не потеряться там, чтобы какая-то база была уже. В составе команды Ленинского района ребята из 2 патриотических клубов. Они так же, как остальные участники, были уверены в своей победе. Но и другим конкурсантам желали занять призовые места. Защищаем честь своего района наравне со всеми. Но также, чтобы выиграли тоже все, победу служили, заняли призовые места. У депутатов города Видное возникла идея совместно с Управлением внутренних дел Московской области проводить на территории поселения такое мероприятие в более широком масштабе. Такое впечатление произвел праздник на жителей Ленинского района. Прекрасный праздник, и спасибо всем организаторам. Приехали сюда лучшие ребята, подготовленные очень хорошо. Многие приехали даже в такой форме красиво одеты. И действительно, видно, что руководители районов уделяют очень много времени патриотическому воспитанию молодежи. Юлия Погосян, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.